Мастерство, слово, безупречная актерская игра, воля к победе. Вот три кита, на которых держатся театральные поединки. За звание лучших на сцене боролись соперники из химкинской школы мюзикла «Инсайт» и детской театральной школы «Семья» из Долгопрудного. Победителей определяли с помощью батлов, где участники соревновались в жанре импровизация. Театральный поединок, импровизационный батл, и все вместе мы вас любим! Театральный поединок – это молодежный региональный проект для талантливых творческих коллективов. Иными словами, трамплин профессионального роста юных дарований. В этом сезоне в проекте участвуют 32 молодежных коллектива и школьных театра из 27 городов Подмосковья. Всего более 600 человек. Очень рады приветствовать гостей у нас в микрорайоне и желаем каждому из них побед. Мы рады видеть вас у нас в микрорайоне. Удачи каждому из вас. Химкинская школа «Инсайт» уже становилась победителем проекта в прошлом году. Получала высшую награду «Гран-при» на всероссийском театральном конкурсе «Вдруг как в сказке». В школе воспитывается более 100 ребят. Все они постоянные лауреаты различных конкурсов и фестивалей. В их копилке победы на конкурсах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Суздаля и других городов. Мы безумно счастливы, что мы попали в этот проект, потому что здесь не просто идет какая-то конкуренция, организаторы делают этот проект с огромной любовью. Конкурсная программа осеннего этапа проекта «Театральный поединок» состоит из 15 поединков, которые пройдут в октябре-ноябре. Финал состоится уже 25 ноября на большой сцене Московского губернского театра. Елена Тараненко, Екатерина Дроздова, новости Химки ТВ.